Центр избирком России рассматривает вопрос о переносе единого дня голосования. Есть предложение вместо выходного проводить голосование в будний день, сделав его при этом нерабочим. При этом планируется проведение опросов россиян, чтобы выявить оптимальное время проведения единого дня голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Российской Федерации Эллу Памфилову. Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что единый день голосования было бы уместнее назначить на будний день, сделав его нерабочим.